Премьера спектакля «Мать Найман» в жанре притчи, драмы, инверсии по известному роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» состоялась в Жамбылском областном русском драматическом театре. Это вторая премьера в рамках открытия 52-го театрального сезона. Спектакль прошел в рамках мероприятий, посвященных 90-летию известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Цель – популяризация творчества великого писателя, развитие и сохранение театрального искусства региона. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Султан Раев и заслуженный деятель искусств Кыргызстана, обладатель награды «За гражданское мужество», присужденный на кинофестивале в России, соавтор произведения Нурлан Абдыкадыров. По их словам, они очень любят город Тарас и везут сюда только самые лучшие произведения. Мне было стыдно, и чтобы мы могли на фестивале возить. Самое главное, чтобы мы могли по фестивалям возить. И я вот, значит, определенным образом благодарен театру, руководству и актерам, коллективу, творческому составу, всем и рабочим, и свидетелям за то, что они помогли, и они полюбили этот спектакль. Притча-драма про некую тоталитарную страну в Средней Азии с полупустынным климатом, которая поделена колючей проволокой великого учителя, а другая продолжает существовать по законам предков. Граница, проходящая глубоко в каждом, граница между собственной слепотой и презрением, между собственным небытием и бытием, между своим мнимым и истинным «я». Интересно, это по роману «Дешево, как длится день». Там, значит, в основном спектакль... значит, построена, значит, в образе Найманене. Вот сложная, очень сложная тема, это манкурт и манкуртизм, да. Но, значит, здесь есть идея только Айтматова, но мы как бы материализовали тему Айтматова. Да. Стоит отметить, 25 сентября областной русский драматический театр открыл свой 52-й театральный сезон. А уже с сегодняшнего дня в Таразе пройдут гастроли русского драматического театра из Шымкента. Они привезли две комедии «Парижские страсти» и «Номер 13». Обе комедии режиссера-постановщика, заслуженного деятеля Республики Казахстан Игоря Вербицкого. Драму Дейла Вассермана «Полет над гнездом кукушки» режиссер-постановщика Олега Белинского из России. И для маленьких зрителей спектакль автора Астраханцева «Маленькая история о маленьком муке» режиссера-постановщика Анатолия Петриченко. Альвия Мингазова, Эльнур Мухтаров, 77 News.